Ноябрь – месяц, когда страна отмечает два основных своих праздника – День Лачплесиса и День независимости. К этим датам уже не первый год приурочена дискуссия, во время которой активисты городского школьного парламента обсуждают весьма актуальные темы. Помимо традиционных – насилие и наркотики, в этот раз ребята говорили об армии и участии молодежи в политике. Таким образом, можно узнать, что думают подрастающие поколения о своей стране и ее приоритетах. Может быть, для них это еще не очень актуально, потому что сегодня на дискуссии участвует основная школа, и поэтому, может быть, они просто высказывают свое мнение такое, ну, как считают сами, они интересным, нужным, ненужным, но если думают они как-то по-своему, может быть, они услышат мнение других ребят и услышат другие мнения, и на примере вот всего то, что происходит сейчас в нашей стране, за рубежом, сделают какие-то выводы для себя. Активно дискутировали школьники по поводу латвийской армии. Были те, кто считали, что этой структуры у нас попросту нет. Другие придерживались иного мнения, заметив, что пограничники и полицейские – это тоже армия. Но более оживленно обсуждали тему обязательной воинской повинности. Против этого выступили ученики 16-й средней школы. Своеобразным итогом стал вопрос координатора школьного парламента Татьяны Смирновой. Она поинтересовалась, чьи отцы служили в армии. Оказалось, что практически у всех, за исключением трех юношей из 16-й школы. Президент школьного парламента Оксана Григана считает, что каждый мужчина обязательно должен нести службу. Пройдя армию, парень становится мужчиной. Он может защитить, он знает, чего он хочет. Он прошел, как говорится, жесткие испытания, пройдя, зная, что это. И поэтому, наверное, девушки, женщины, выходя замуж за военизированного человека, они могут понять, что да, это действительно мужчина, он сможет защитить ее, семью, родственников. Ну, я считаю, что да, армия это нужна, необходима, так как у нас был, да, разговор, что у нас только контракты, и получают за это деньги, к сожалению, многие идут только так. Ну вот опять-таки, да, есть другой пример, Израиль. Там обязательная воинская служба, но не только для мужчин, но и для женщин. Это у нас здесь приветствуется или все-таки не стоит? Ну, также, да, говорилось, что у нас есть Земы Сардзе, Ян Сардзе, мы можем девушке пойти туда служить. Если это девушке интересно, то почему бы нет? Мы видим, что у нас женщины и девушки уже далеко не отстают от парней и мужчин, что уже у нас уравнялись все возможности и шансы. Поэтому, если это девушке интересно, почему она не может поучаствовать? Но для девушки призыва, я считаю, не должно быть. Не менее активно школьники обсуждали участие молодых людей в политике. И здесь опять-таки мнения разделились. Одни считали, что неопытной молодежи не место у руля. Другие утверждали, что наоборот, это нужно и очень важно. Не обошли ребята стороной тему насилия и наркотиков. Конечно, эти дискуссии не повлекут каких-либо изменений в нашем законодательстве. Но к мнению молодежи все-таки нужно прислушиваться. Ведь эти ребята и есть наше будущее.